Здравствуйте, меня зовут Максим, это мой канал «Сельская экзотика». Это наши свинки. Пожалуйста, смотрите, какие. Одна, вторую, щита не подпускают до корыта. Ну, есть, но, как видите, не сильно. Бывает, станет, перегородит полностью, и все. Да, вот такие они вот. Норовлина с норовом свиночки. Да. Вот и видать плачет. Слезки текут. Что желтенькое под глазами. Обижают ее, видать. Хотя она была крупнее изначально, когда нам ее привезли. Тоже живут, провисал как сейчас больше, чем у этой. Вот видите, какая она свинка. Вот. Маленькая или большая, не знаю. Что вырастет. Вот такая вот. Это более такая сбитая дамочка в теле. Вот. А теперь это подошло, видите. А та водичку пьет. Вот такая вот конкуренция. Да. Когда одну держать, я думаю, будут все перебирать харчами, а когда две, три и больше, он строит конкуренцию и пытается съесть как можно больше. Это мне так рассказывают, правда или неправда, не знаю. И вот так вот. Листиках ковыряются. Вот, вот так. Ну, не знаю, не скажу, пока я еще с ним перед боем. Мерить не буду, говорить, брехать тоже не буду. Не знаю, как правильно замерять. Ну, какая свиночка. Пускай растут. Это для меня они маленькие, не знаю. А для вас. Первый раз, конечно, кого-то было их страшно. Это нет. Этих тоже страшно это будет. Не специалист в этом деле. Просто как хозяйство держим, надо делать все самому. Потому что если за все платить, то это даже, не знаю как, и хобби тяжело назвать. Очень дорогое хобби тогда будет. Так что вот видите, водичку мы постоянно подливаем, потому что когда больше наливаем корыто, он не переворачивает, купается сразу в болото, месиво такое, что не передать. Напились, вылили, особенно летом, это вообще кошмар какой-то. Так что в мир наливаем. Корма дали, отдали водички, поели, дали водички, попили, запили, все, до утра. Вот он точно так же. Вот. Ну все. Вот так вот и держим. Все с огорода даем. Все там огрызки. Там бурячок, морковочка, там все, 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 все. Ну вот яблоки плохо едят. Поднимешь там, которые выкидываем. Может, перебирают харчами. Ну, как бы так. Да. Ну, теперь это кушает. Пускай кушает. Так. Ладно. Не будем мешать маленьким свиночкам нашим. Пускай они растут. Чтобы у каждого росли и все было хорошо. Занимайтесь, не бойтесь, пробуйте, экспериментируйте. Пока есть желание, нужно пробовать. Когда вы будете уже в возрасте, оно уже не то. Так что пробуйте, не бойтесь, показывайте своим детям, на что вы способны. Это всегда
приветствуется. Живем честно, не воруем, все свое, либо покупаем на рынке. Вот так. Все, до новых встреч. До свидания.